От фестиваля новой музыки, который пройдет в Омске, я ожидаю прежде всего вдохновения, потому что это просто невероятное творчество и ценно то, что оно современное. То есть композиторы осмысливают какие-то происшествия, какие-то текущие тенденции, именно современные события, и передают их посредством музыки. Лично меня, как творческого человека, это очень вдохновляет, и я считаю, что творчество, оно сподвигает и развивает дальше, вдохновляет на дальнейшее творчество. Из представленных композиторов мне более интересен Стивен Райх. Я ранее уже знакомилась с его творчеством, и интересно оно мне показалось тем, что используются необычные какие-то именно технологии в извлечении звуков. Я очень жду и хочется очень послушать вживую такую композицию, как clapping music, то есть когда именно ладошками выстукивается очень интересный ритм, и хочется вживую вот посмотреть, как это будет происходить. Ну и также, конечно, все остальные очень атмосферные произведения других композиторов, я думаю, что это будет невероятное погружение. Я считаю, что фестиваль будет полезно посетить абсолютно всем людям, вне зависимости от того, знакомы ли они с подобным творчеством ранее, или это первое знакомство будет. Почему полезно? Потому что творчество, абсолютно любое, оно, осознаем это или нет, оно проникает в подсознание, скажем так, и влияет на восприятие многих вещей, какие-то происходят переосмысления. Потому что творчество призвано именно служить людям вот в этом ключе, чтобы менять людей, менять сознание, вдохновлять на что-то. Прослушав композиции именно вот Стивена Райха, я вдохновилась на создание образа, пропустив эту музыку через себя. И сложно описать словами то, что я хотела выразить, да, это просто визуализация именно композиции. Какие эмоции во мне они вызывали, и ну вот какие-то элементы, которые можно как-то передать словами, это именно мощь природы, это сила и единение человека с природой. И в моем образе я пыталась выразить именно концепцию вот такой яркого этого единения и взаимосвязи очень сильной. Как бы человек ни уходил, как бы не отрекался где-то от природы, все равно это неизбежно, и это очень естественно. Творчество — это такая часть нашей жизни и такой элемент самовыражения, который бывает трудно объяснить словами. Именно для этого творчество и необходимо. Музыка — это определенное самовыражение, когда мы не можем выразить то, что есть в нас, какую-то свою мысль, идею обычными словами, обычным языком. Мы прибегаем к музыке или к рисованию, или к любому другому виду творчества.